Привет, дружище! Меня зовут Саша, я человек, который... Нет, я даже не буду перезаписывать. Короче, у нас сегодня роллинг непростой на тайваньско-китайском сервере. Вот, а ты усаживайся поудобней, заваривай пельмешки, нахлобучивай чаек и ставь лайк, подписывайся на канал. Есть отдельный плейлист с роллингами, которые записаны в 2020 году. Если что, обрати внимание, если тебе прям нравятся роллинги. И, конечно же, вот, копи 50 тысяч, а лучше 60 тысяч самоцветов и оставляй по ссылочке в описании заявочку на ролик. Как будет время, обязательно рассмотрю. Я вот тут беру, не спеша, открываю яички мои. Так, ладно, окей, не суть, гильдия. Прорекламируем гильдию. Гильдия под названием «Сунь хуй в чай». Блин, вот тупая шутка еще из детства, но, ребят, честно, я деградант, я просто не смог удержаться. Информация, это может быть и есть информация, а может быть и нет, короче. Ну, ребят, вступайте. А, ладно, аккаунт у нас 61 тысяча самоцветов. Ёпперный ты театр, целая куча ништяков, наверное, откроем в конце. А далее посмотрим, что у нас по аккаунту, каких героев не хватает. Давайте сразу, вот донатных, вот, ну типа Розалинда, она донатная, все. Тюти-пуси, короче, до свидания. Фобос, Космо, Королева Ос, Седна, Афина, Повелитель Бури. Так, тут донатные. Оккультист. Землеройка. Свалин. Махатма. Два новых этих героя тупорылых. Скиталец. Бугимен. Миша. Короче, дофига. Короче, просто дофига. Ну ладно, что, давай. Раз уж пришли все. Лайк, надеюсь, поставили. Давай ролить. Кстати, нахожусь на аккаунте ZDream. 86 тысяч сил. Это что? Это накопленные самоцветы. Это все без доната. Это все, ребята, без доната. Давай посмотрим, повезет ли бездонатному игроку. Хотя, слушай, может быть, там, конечно, половина героев есть, просто они не распечатаны. Но нет, Седны там и прочих. Не, реально нету. Может быть, просто это такой же, как я, на яйце. О, Тесса, вроде бы была. О, бог грома, он был. А даже если и не был, пофигу. Идем дальше. Слушай, ну тут какой-то, не знаю, вот, типа, конечно, это у нас не шутер, да, вот, это у нас не шутер, это у нас просто мобильная игра, но когда на тайваньский сервер приходишь, ты такой чувствуешь пинг, такой, типа, воу, как все медленно, как ты жмешь, проходит вечность, пока что-либо возьмет, сработает, фараон. Так, или может быть у меня просто задвиги, я не знаю, напишите в комментариях, как бы, паладин, не, ну а чё? А чё не паладин? Душегуб, окей. Воу! Нет, ерунда выпала. Я уже такой, типа, слюни потекли, думаю, вот оно счастье, вот оно, ребят, счастье. Кстати, вот выпала героиня, я забыл, как она называется. Фобос! Фобос выпал. Так, уже роллинг прошел не зря, дамы и господа. Летим дальше. Через 15 минут, хотел сказать. 15 тысяч. О, Махатма еще недостающий. Уже два недостающих. Но Махатма, не знаю, как бы обрадуется хозяин или нет. Короче, уже через 13 тысяч самоцветов сделаем паузу. Откроем ништяки всякие. Вот, да. Да, откроем ништяки. Посмотрим, что там выпадет. Давай дальше. Бугимен. Ну что там? Ничего. Ничего. Давай дальше. Новую героиню выбили. Вот. Даму лошадь выбили. Поздравляем хозяина данного аккаунта. Подожди, ну давай все-таки куплю. Бывает, что после героев сразу по... А, нет, не падает.
Ясно. Зря. Хотя, ну, не зря купил. Но бывает просто, знаешь, какой-то герой выпадает, и ты такой, воу! Воу, и потом может сразу выпасть следующий, следом. Так, есть. Дальше. Не останавливаемся. Есть. Работаем дальше. Есть. Есть. Есть! Ну, красавелла. Так, еще 6000 самоцветов. Слушай, ну что-то навыбивали. 6000 самоцветов, и мы идем открывать ништяки. Еще одна махатма. Уже какой-то такой роллинг получается, не спеша, потому что, ну, все как-то ты жмешь кнопку. Я уже думал, ух, там сейчас выпадет. Ты жмешь кнопку, а все происходит с такой, ну, какой-то, знаешь, задержкой. Давай уже. 1000 самоцветов, елки-палки. Ну, ясно. Все, делаем паузу. И потом у нас будет финишная прямая. Открываем легендарные карточки. Оттуда я не знаю. Ну, отсюда-то понятно, ничего полезного не выпадет. Вот эти откроем. Ништяков накоплено. Человек играет тут. И отсюда нам падает Дед Мороз. Ясно. Фрэнки. Но эти тоже герои все были. Тут ресурсики. Опять же, карточки. Я не знаю, тут как бы... А, слушай, мы тут седну можем выбить. Ну-ка, седну, давай. Да! Выбили седну недостающую. Отлично. Летим дальше, дамы и господа. Так, тут я не знаю, что это. И все это как-то медленно. Или меня реально глючит. Не знаю, ребят, напишите в комментариях. Ну, что-то как-то все это очень медленно. Все это как-то очень медленно, друзья. Медленно. Так, идем дальше. Окей. Не останавливаемся. Так, эмблемы там всякие. Окей. Так. Окей. 30. Окей. Ну, допустим. Летим дальше, не останавливаемся. Так. Махатма пригодится. Часть скинов. Тут скины на Бугимена выпали. Бугимена, правда, нету. Слушай, интересно. Опа, слушай, ну по эмблемам неплохо выпало. Так, тут всякое разное выпало. Когда эти уже ништяки закончатся? Слушай, здесь тоже неплохо выпало. А тут что, ерунда? Да, тут второй уровень. Какая-то ерундашка ерундашкина. Так, здесь два яйца, тоже какие-то части обликов. Тут что? Понятно. Тут. Ну, окей. Я думаю, что пора, наверное, останавливаться, потому что здесь уже... Ну, хотя вот эту штуку откроем. Да, здесь как бы ерунда. А дальше там особо нету такого ничего интересного. Так. Угу. Ну, вот просто ресурсы сейчас открываем. Так, тут у нас что? Окей, скины. Лучше бы на здание скины раздавали бы. Было бы вообще круто. И главное, да, ты смотришь на эти ящики, а везде иероглифы, и ты реально не понимаешь, а что там? А как там? А зачем там? А почему там? Непонятная ситуевина. Так, есть. Тут что? Это какие-то, наверное... Славы, да, или что, или смеса какого-то, не знаю. Что мне прямо интересно открывать. Ты, короче, жмешь, открываешь, а не знаешь, что выпадет. Не, ну можно, конечно, посмотреть, да, там, типа, на лупу нажать, но, как бы, что за лупу дергать-то? О. Зачем это надо, скажите мне? Для чего? О. Лупа, дело такое. Ну что у нас тут? 20 мест свободно, давай вот эти вот самоцветы еще откроем. Ну и все, полетели, финишная прямая, 30 тысяч самоцветов, по 450 уже фигачим, смерть, землеройка недостающая, слушай, офигительный роллинг, поздравляю хозяина аккаунта, давай дальше, не останавливайся, ну, мишка выпал, о, хотя уже мишки нельзя называть,
уже официально его назвать, потому что есть отдельный герой под названием Миша. Так, слушай, а я начал реально ловить себя на мысли, что я вот, ну, какие-то герои падают, а надписей под ними нету, и я такой, блин, а как он назывался? Как он назывался? Снеговик, ну реально. Короче, а что вы хотели? Ну, у меня уже реально провалы в памяти. Этих героев больше 100. 101 разновидность, если не ошибаюсь. 101 разновидность героя, друзья. 101 разновидность героя. Твою же дивизию. Твою дивизию. Так. Идем дальше. Так. Но. Ну, давай, где герой? 8000 самов осталось. Эй! Эй, рандом, ты так хорошо давал. Не останавливайся. Я уже начинаю засыпать. Нужно больше недостающих легенд. Ну, мы, конечно, спасибо, ты нам дал, ну, капитан Рогатка, но все-таки хочется покруче. Давай Космо. Вон, последние 5000 самоцветов осталось. И было бы вообще замечательно. Космо там, капитан Дрейк. Не, ну, походу, уже все. Он, укротитель, он уже все, выдохся, походу, да? Эй! Эй! Не, ну, хотя, что тут жаловаться, друзья? Ну, камон. Ну, вот что жаловаться? Ну, посмотри. Даму холода, Фобоса, землеройку выбили. Махатма, Седна не достаю. Не, ну, вроде неплохо. Но в любом случае, пиши в комментариях, понравилось тебе или нет. Если лайк еще не поставил, то быстро поставь! А на этом все. Пожелаю тебе, солнышко мое любимое, удачи. И пока. Лайк поставь!